Всем привет! Из очень прохладного Петербурга. У нас минус 16 сегодня. И я возле Казанского. Ах, как повернуть! Вот, возле Казанского, его величественной колонны у меня с правой стороны. Я хочу вам сказать о том, что вам совершенно не нужно искать повода для того, чтобы в Петербург приехать. Он очень хорош белыми ночами, он абсолютно прекрасен холодными зимними вечерами. И для того, чтобы как-то вас вдохновить на приезд, посмотрите, какой красивенный у нас город. Ой, какой красивенный, да, у нас город. Я хочу вам напомнить, забросить все, уйти в бега, нырнуть в дворовые колодцы, где мокнет чахлый лучик солнца, умчаться к Невским берегам. Я обещала, что вернусь. Вновь взглядом глажу рябь каналов, записан знахарем в аналы. Мой Питер, излечивший грусть, умыться свежестью Невы, гулять бездумно по фонтанке души, залечивая ранки и мысли грешной головы. Здесь каждый камень, слово, звук, мосты, крылатые грифоны, над Данечковым взвились кони, неукротимость в бронзе рук, ты для меня неповторим, как кровь сердец на камнях Спаса. Исаакием златовласым, иглою ангел, херувим. И с каждым шагом мостовой под звуки старых колоколен здесь каждый грех сто раз отмолен твоей святостью, твоей доблестью святой. Друзья, мы вас в Петербурге ждем. Тему поездки всегда придумаем. Приезжайте скорее к нам.